Я разве похож на человека, который выспался в этой жизни? Я похож на человека, который высыпается? Поэтому вы думаете, что вы там можете... Всю ночь играла сраная эта музыка. Они топчат. Я не знаю, что они там делают. Стой, здесь мелкие, я сейчас пойду разберусь. Здравствуйте. Покурим, молодые люди? До свидания. Ладно, я никуда не буду идти и ни с кем не буду разбираться. Короче, вот подобная дичь. Сколько утра? 6 утра! Мы не спали, знаешь, с какого дня? С позавчерашнего, с 6 утра. Потому что каждый день этот сраный новый сосед Валера, который находится... Топчет и топчет. Вот бухает каждый день. Тусы устраивает каждый день. Музыку вот эту в своих колонках на всю катушку включают. Давай, иди сюда, мелкий, иди сюда. Пошли на улицу, хватит уже. А, еще там кто-то и дерется. Да давай на улицу! Тебе и здесь нормально, да? Ты кровать сломал. Да хватит там драться, я сейчас полицию вызову! Ага, понятно. Пошли, мелкие, на улицу. Давай, быстро! Чё там происходит? Что там за тусы? С вами все нормально? Эй, ты куда ушел, сыкло? Вернись! И уже побежал на... Боже ж ты мой, мы купили хату в дурдоме! Мы же в предыдущей серии... Просто посмотрите на это. Мы в предыдущей серии купили хату вот в этом доме, потому что у нас не хватило денег на вот ту хату, которая стоит 10 стаков золотых монет. Но нам сказали то, что в течение 7 дней мы можем вернуть вот эту хату. Ну, если у нас хватит денег, то действительно купить вот ту другую хату, которая на самом деле является хатой моей мечты. Главное, вот с этой дурки уже наконец-то сбеж... Здорово, сосед! Ты знаешь, что в подъезде некультурно курить? Хотя кому это я рассказываю? Пошли, мелкие. Давай, заходи. Надо свалить отсюда, вот прям вот так срочно, как только можно. А то этот кран рано или поздно... А то этот кран или рано или поздно 100% затопит и нас, и все, что там снизу находится. Чё надо? Чё надо? Слышь, сосед, муки не найдется. Мелкий, у нас есть мука дома? Ну, у нас нет муки дома. На кой фиг тебе мука? Да отсыпь муки белой такой, порошистой. У нас есть порошок дома или мука? Посмотри. У нас нет ни порошка, ни муки, ни белой, ни порошистой. Да отсыпь, тебе жалко? Мелкий, тебе что, жалко? Отсыпь ему... У мелкого ножик есть. Это минимум и максимум, что у него есть. Никакой муки у нас нет. Обкурыш. Соседский. Вот, наверное, вот в этом доме надо почаще вот как раз-таки вот этот ножик доставать, на всякий случай. Чё надо-то? Чё надо? Мелкий, не встревай, не встревай. У него тоже ножик есть. Вышли с моего дома, наркоманы сраные! Вышли с моей хаты, быстро! И ты тоже придуришь! А, в паутине, да, застрял? Вот и я каждый раз здесь в паутине застрял, когда ночью в туалет стою. Потому что паутина у меня над головой здесь образовалась. Господи, у меня сейчас нервные клетки все просто с ума... Давай на улицу, быстро, быстро! Свалим отсюда, пошли сюда, бед... И чтобы в мою хату больше не заходили вот эти обкурыши! Вот в эту хату у меня тоже была возможность заехать. Жилой комплекс «Березка». Ровно через 6 дней эта хата поступит в аренду или в продажу. И у нас есть 6 дней, чтобы накопить бабки, чтобы ее купить или арендовать. У нас 3 стака и 2 золотые монеты. Где мы с тобой еще 6 стак... Тебе бабки есть? А ну давай. Давай, сколько? 5 монет, ну молодец, да, один день в школе не пообедаешь в школьной столовке, но ты молодец, мелкий, молодец. А где мы остальные 6 стаков с тобой добудем? Какие способы у нас есть, мелкий, чтобы заработать бабла?
Пикачу твой продать, вот это продать можно, не? Не, ну ладно, не, я пошутил, пошутил. Как бы я не против ролики, да, записать, но это нужно ждать, ну, днями записывать, днями монтировать, днями выкладывать, как бы. Мы этим сейчас занимаемся с мелким параллельно, вот параллельно. Слушай, у нас вроде как бы много знакомых в городе, а может мы в долг возьмем? Пройдемся по каждому, каждому в гости заглянем. Каждый нам там накинет хотя бы полстака золотых монет. Мы как бы купим хату, а потом со временем, с каждой серии жизни ютубера, будем возвращать деньги. Мне кажется, это просто гениальный план. Так, кто здесь ближе всего находится? Рикардо? Знаешь, к Рикардо у меня что-то вообще никакого желания нет заходить в гости. О, Михалыч! Михалыч! Тут помощь твоя нужна! Давай, 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 мелкий, заходи, давай, пошли. Мелкий, пошли. Да, чё тебе надо? Выйди! Куда выйди? Пусти нас, собака, вот мы... Спрячь пока ножик, пока рано, пока очень рано. Ты чё себе позволяешь? Вам нельзя сюда! А кому сюда можно? Выйди отсюда, разбийник! Какой разбийник? Михалыч, ты с ума сошел? Мы за помощью пришли. Нам по... Да хватит меня пинать! Михалыч, любименький мой, это вопрос не жизни, а смерти. Ну выручай, пожалуйста, но у меня 6 дней осталось. Я не хочу в дурку попасть, если я завтра опять проснусь под крики вот эти топоты. Знаю я, чего ты хочешь. Да откуда ты можешь знать, чего я хочу? Да еще пока никто не знает, чего я хочу, потому что ты первый, кому мы пришли. Да у тебя на лбу написано. Чё у меня на лбу написано? Там ничего нет. Ты деньги хочешь взять взайм? У меня чё, реально что-то на лбу написано? Откуда ты знаешь, что я хочу деньги взять? Ну как бы не взаймы, а ну в долг небольшой такой, буквально на 3-4 денька, когда я выключусь из этой глубокой задницы, и потом я все верну. Нет! Ах, вот так вот, да? Вон! Мелкий, разбей ему окно. А сейчас сваливаем. А-а-а! Текай за городу! Давай, 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 давай! Все, Михалыч, иди в задницу! Все. Ладушки, оладушки. Тьфу. Открываем наш список. Кто у нас дальше в списке? Степа! Ты думаешь, у Степы есть бабки? Тем более Степа на работе, хотя... Там они вроде не работают, у них там поминки банкира. Маргарита Петровна, Бабазина. Или Бомжара. Наш старый дружбан, у которого мы не были уже примерно серии 35. Он же мэр этого города, и мэром он стал только благодаря мне, только благодаря Косте, земля ему пухом, и только благодаря Мелкому. Если бы не мы, то он бы до сих пор бы там где-то бомжевал. Поэтому он нам должен... Ля, какой здесь зоопарк. Поэтому он нам должен прям по гроб этой жизни. Прошу, проходите. То есть я тебе дверь открою, пописяка мелкий, а ты передо мной ее закрываешь, да? Так, ну если он нам даст 6 стаков золотых монет, а я знаю то, что у него есть 6 стаков золотых монет, потому что бомжара все же как бы мэр, это будет супер. Пошли, мелкий. Мелкий, не смотри на такое, обернись. Извините, я в драконий язык не знаю. А, да, не стесняйся, не стесняйся, бомжара, не стесняйся, мы все прекрасно понимаем, что надо, да, развлекаешься, да, здесь походу. Вы по записи? Какой записи? Я твой друг почти лучший, какой записи? Мы тут с мелким по делу к тебе пришли, важному, прям, да, мелкий? Мелкий! А ну быстро обратно, собака, сюда внутрь. А тебя я не спрашивал. Быстро. Давай быстро заходи, мелкий. Садись. И ты тоже садись. Все садитесь. А не на стол, на стул сядь. А, бомжара, быстро, кратко и к самой сути всего дела. Бабки дай, и мы уйдем. Чуть-чуть.
Вот столько. Ага. О, совсем другой разговор. Так в первую очередь надо было к бомжаре идти, а потом уже к этому Михалычу, который, в принципе, никогда нам в жизни бабки не занимал. Нет бабок, вообще нет. Все потратил. Ты уверен, что ты все потратил? Ну нет бабок, вообще нет. А эти золотые слитки мне, наверное, мерещатся, да? То есть не одолжишь, собака. Ага. Ох, мелкий, держи камеру. Ты знаешь, что делать. Идешь, короче, к этой тёлочке и выпрашиваешь у нее интервью, кто она нашему бомжаре. Вот со всеми подробностями, со всеми хрониками. Не-не-не-не-не-не, стой. А-а-а, мелкий, отбой! Мелкий, отбой! Стой там! Ага, да, совсем по-другому, да, зачирикали с тобой, походу. Так, а деньги есть или нет? Или мы берем интервью? Сейчас, ага, ну давай. Вам там нормально? Им там нормально. Ты мне бабки дашь? На, только рот на замок. Ага, сколько у нас там? Стак золотых мы... Рот на замке, больше его никогда не открою. Все, до свидания, до свидания. Подожди, а ты же раньше мутил вот с этой тёлочкой, которая вот с этой радиостанции. Я же вас здесь пару раз застукал вместе. Да так, прошла любовь, завяли помидоры. А, ну все, я тогда не лезу ни в свое дело. Камеру отдал. Все, удачи, удачи. Да, давай, угу. Заходите внутрь. Молодая женщина, внутрь! Внутрь. И что это было? А что ты от ответа-то уходишь? А ну давай отвечай, что это было? Ладно, не отвечай. Так, мелкий. У нас уже 4 стака золотых монет. Это даже получается, я не в долг как бы взял. Я взял стак золотых монет для того, чтобы просто ротик прикрыть. Слушай, у меня гениальнейший план в башке образовался. А пойдем-ка мы с тобой в школу. Да не на уроки! Мелкий, успокойся, иди сюда, да не на урок, я совсем за другим. За другим в школу, за моим гениальным планом. Давай, яйца в руки, куриные, яйца в руки и побежали. Если сегодня разводить весь город. Ну как бы, почему разводить? Давай начнем с того, то, что мы, согласись, мы многое за весь этот сезон сделали для города ютуберов. Ну и пора как бы обратно взять все то хорошее, то, что мы делали. Потому что сейчас мы как бы действительно нуждаемся, да и тем более то, что мы живем реально в дурдоме. Поэтому, мелкий, главное молчи, ничего не говори, даже слова не произноси, просто молчи, хорошо? Я буду сам все говорить, а ты просто кивай башкой. И чтоб ни одного звука изо рта не вылетело, хорошо? А то я знаю, ты очень много любишь разговаривать, поэтому тихо, пожалуйста. Когда начинает балаболить, не остановить. Ох, мелкий. Вот. Хорошо. Я все сам скажу, ножики спрячу. Стучи. Здравствуйте, 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 Ринат Гамбубекович или Ринат Гительманов, как фамилия у твоего врача, учителя вот этого, неважно, мы пришли спасти всю планету, мы представители организации и государственного сайта срачки.нет. Суть нашей организации заключается в том, чтобы озеленить эту планету, чтобы экология была всегда на самом высоком уровне. Все мы знаем то, что у нас в городе существует такая проблема, как срач на улице. У нас в городе очень много собак, кошек, а уборщиков нет. К чему это я веду? Вы как учитель, вы должны понимать, вы как профессор, да, то, что действительно существует такая проблема. Вот хозяева вот этих котов, собак, выходят с котами и собаками на улицу, да? Да, собаки и коты, естественно, что-то справляют нужду.
Ну, всем знакома такая проблема, да? Ну вот. Если разговаривать на молодежном сленге, собаки срут. И гадят лужайки. Поэтому мы вот с мелкими нашей организацией разработали секретный препарат, чтобы собаки не кушали. Естественно, если собаки не кушают, значит собаки не срут. Естественно, если собаки не вот это самое, значит все лужайки гладкие, чистые и без вот этих какакунь. Все согласны? Я знаю, что это бредовый план, но да, я все до конца доведу. Так вот, в ближайшем будущем, в ближайшие 100 лет мы планируем перевести вот этот весь план и на людей, чтобы и люди не кушали, и, соответственно, извините, закройте уши, не срали. И примерно через 269 лет вся планета ставит вот прям чистющий, зеленый, с гладкими лужайками. Вот, поэтому мы пришли собрать на сборы нашего сайта. Если каждый скинется хотя бы по 5-10 золотых монет, тогда срача на улицах и в нашем город не станет намного меньше. Браво, браво, они борются за экологию планеты. Дети, браво. Ура. Честно, я думал, план провальный. Все мы за экологию, все мы за чистоту, все мы за чистые лужайки. Да, кто может, скиньтесь, пожалуйста, на наш сайт. Срачки нет. Если срачки не будет, значит планета будет в чистоте и порядке. Ага, ага, угу. Все хорошо, мы пошли, спасибо вам, спасибо. А можно один вопрос? Да, конечно, мелкий, пошли. Все, спасибо, можете садитесь, дети, садитесь за ваши парты. Давай, мелкий. А почему мелкий не в школе? Он заболел. Заболел? Он заболел. Почему мне сказал то, что у тебя сегодня уроков нет? Ну, если он болеет, то почему он пришел? Ну, если ты болеешь, то почему ты пришел? Ага, ну я понял. Ну, он говорит то, что экология планеты важнее, чем его здоровье. Да? Да. Поэтому он даже в плохом таком состоянии с температурой работает. Ага, мы можем идти? Угу. Мы можем идти, мелкий. А Аленка с фермером сосется. Это так, чтобы вы просто знали. Пока, Аленка. Типа, пошли, мелкий, пока она за нами не побежала. А она побежала. Давай! Так, ну смотри. У нас с тобой почти 5 стаков золотых монет. А где еще 5 стаков взять? Вот и у меня такой вопрос. Не, ну как бы план-то работает. С этим планом можно много денег наварить. Но на это нужно очень много времени. А столько времени у нас нет. У нас есть 5 стаков. Еще нужно 5. Скоро Катя приедет. Но я же в предыдущей серии говорил то, что скоро Катюха сюда приедет, потому что ну, ей нужно познакомиться с мелким. Я же это говорил в предыдущей серии. Посмотри, каждый просмотр вот этой серии хотя бы немножко поможет собрать золотых монет на новую хату. Вот если тебе не лень, если ты хочешь нам с мелким помочь, тыкни, пожалуйста. Березка. Жилой комплекс. У нас есть 5-6 дней, чтобы успеть купить здесь хату и потом показать ее Кате. Ну это реально хата моей мечты. Сколько там мелкий? Мелкий! 150 квадратных метров! 150! Ты это можешь понять? Скоро вот она приедет. Я ей хочу показать, чего же я добился в этом городе. Я не хочу показывать вот ту помойку, в которой мы сейчас с тобой живем. Я хочу показать вот эти апартаменты. Но где нам взять столько денег? Михалыч, зараза, даже одной копейки нам не дал. Кто? Эй, вы, пипуки ютуберские! Не меня случайно ищете? Я тут к вам в гости пришла. Катюха! Да-да-да-да! Вот моя новая квартира! Проходи!